Ну и всем привет, мои рожки, а я с вами Единорожка, и это очередной обзорчик. Я очень люблю снимать обзоры, но сегодня обзор будет не на какие-то там канцелярии или картинки, а на настоящие наушники, беспроводные. Первые беспроводные наушники в моей жизни. У меня есть еще наушники, но не проводные, они тоже с котиком, и они фиолетовые, давайте сейчас покажу. Вот такие вот наушники. Вот. Прикольные, мне очень они нравятся. Но это не просто наушники. Но, как вы заметили, они светящиеся. Офигеть, и здесь еще, кстати, цвета есть. Типа, вот такие вот. Я очень хотелось бы себе вот такой, но его не было в наличии, поэтому заказали вот такой. Но тоже нежный цвет, прикольный. Класс! Потом сейчас будем делать эту вот такая вот хорошая коробочка. Вот она. Она была в такой небольшой фольге, поэтому я ее сняла. И вот такая вот коробочка. Давайте сейчас будем делать. Так, открываем. Ой. Наушники светятся, они беспроводные. И я могу вам лекцию про нее даже зачитать потом. Про них. Давайте версия, не знаю, как версия. Радиус действия до 12 метров. Короче, работа 12. Время в режиме ожидания на 20 часов. Время разряда 2 часа. Время работы 10 часов. Лет подсветка, да. Ну, типа подсветка. Лет подсветка, глубокий бас. Поддержка карты памяти, улучшенный звук. А вот, если хотите, я вам еще больше по них лекцию зачитаю. Просто попросите. Лена. Ой. Так. Как их открыть, ребята? О, открыла. Я еще не открывала, честно. Смотрите. Но вот такие вот наушники, они прям абрикосиковые такие. Но к ним мы вернемся попозже. Попозже. Сейчас я покажу, что еще. О, тут еще коробка есть. Так, здесь походу зарядка. Зарядка. Зарядочка вот такая вот. А, подожди, стоп, вот зарядка на них, вот зарядка. Это походу, чтобы они становились этими проводными. Ну да, да, если мы захотим. Если вам все понравилось, вы можете испытать свою удачу и сыграть небольшую игру. О! Вам нужно угадать, какое число вы загадали. Вам нужно угадать, какое число мы загадали. 0 или 1. Подсказка. Вы держите в руках, если угадаете, то получите подарок 100 рублей. Вот. Прикольно. Я могу гарантии талон. Ну, мало. Мало 100 рублей, хотя бы 40 надо. Тысяч. Хотя бы 400. Или хотя бы 300. Вот такие вот здесь инструкции. Что-то давайте зачитаю. Что-то на английском. Руководство по эксплуатации. Вот это... Надо почитать. Та-ля-ля, тополя, тополя. Что-то какая-то фигня. Короче, нормально. Так, но самое интересное, наушнички. Смотрите, ребята. Это наушники такие. Такая вот фигня. Ничем не пахнет, мороженка почему-то. И вот такие вот они наушнички. Оп-оп-оп-оп. Ребята, они беспроводные. Я тогда мечтала о беспроводных наушниках. А мне, в принципе, вообще пофиг, какие у меня наушники. Главное, чтобы они были. Ребят. Сейчас попробуем к чему-нибудь подключиться. Нужно зажать кнопочку подключения. Смотрите, как он не светится. Прикольно, да? Надеюсь, звук не пропал. Видите, они так светятся.
Астрогометрия. Бейс, 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 бейс. Ребята, тут наушники. Прикольно. Здесь есть брать звонки, короче. Ой, включать музыку или видео. Еще что-то. И звонки брать. Вот такие прикольные наушнички. Ребят, ну это пушка. Я ждала их довольно долго. Ну как долго? Нормально так. Офигеть. Теперь могу делать фоточки на улице с наушничками. Вот такая вот бомбочка, пушечка. Короче, здесь еще можно изменить размер. Ну, у меня будет такой размер. Ребята, это пушка. Короче, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну, а с вами была я, Соня, единорожка Майорожки. Так что всем пока-пока. Надеюсь, вам понравился этот обзор. Обязательно заказывайте. Всем советую. Всем пока-пока.